Всем привет! С вами Азбука Семантик. И сегодня мы поговорим о том, что такое LSI копирайтинг. Ну, давайте начнем с базовых вещей. Копирайтинг – это написание текстовых каких-то блоков на сайт, написание целых статей на сайт. То есть это написание текстового контента для сайта, который будет потом ранжироваться в поисковой системе. То есть вы пишете, сайт с помощью этого текста ранжируется в поисковой системе. Это вот называется копирайтинг. С течением времени, когда поисковые системы изменялись, их формула ранжирования менялась, они развивались. Так вот, есть у нас понятие какое-нибудь, допустим, купить холодильник. Понятие, заключающее в смысле ключевого запроса. Купить холодильник в Воронеже. Ну, такой вот ключевой запрос. Так вот LSI – это такие тематичные слова для данного поискового запроса. То есть, что еще пользователь, интересуется при запросе этого, при запросе этого ключевого запроса в поисковую систему. Ну, тут, извините за тавтологию. Вот, то есть человек запрашивает, и что-то у него в голове еще подразумевается, какие-то части речи русского языка, там, купить холодильник, этот холодильник должен, там, допустим, морозить, цена его, стоимость, то есть это те слова, которые характеризуют эту тематику для данного ключевого запроса. Эти слова насыщаются тексты для сайтов, вот так вот скрещение вот этих вот двух тем и двух тематик получилось такое понятие, как LSI копирайтинг. То есть вы пишете статью, потом разрабатываете ТЗ для статьи, и в этот ТЗ включаете дополнительное SE, дополнительные списки слов, которые характеризуют для данной страницы эту тематику. И эти списки слов, они запросозависимые. То есть от запроса к запросу это может меняться, и, соответственно, разными словами необходимо насыщать страницу. То есть, если у вас есть два раздела на сайте, это не значит, что дополнительный SEO подойдет к одной и ко второй странице одновременно. Нет, для каждой страницы LSI вот эти вот слова будут различны. И их необходимо собирать определенно для каждой страницы, продвигаемой вашего сайта. У нас в просторах интернета есть, самый популярный это Арсенкин, это самый популярный Pixel Plus Tools. Туда вы заходите, смотрите, сервисы бесплатные, показывают на анализе того, какие слова встречаются в выдаче по данному запросу. То есть человек заводит запрос, там какие-то сайты фигуруются, их текстовое содержимое спарсивается, вычленяются одинаковые слова, отфильтровываются общетематичные, там предлоги, союзы, и остается какой-то вот список слов, которые характеризуют данный запрос. И вот этим списком слов надо насытить вашу страницу. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы текстовое ранжирование, которое происходит текст по лемам слов, оно понимало, что ваш весь текст, понятно, что ранжирование, какой-то образ ранжирования переходит в раздел математики. То есть он раскладывает ваши тексты на леммы, проверяет там их взаимосвязь, высчитывает свои формулы и показывает, что какая-то формула, какой-то итог должен быть. Поэтому для того, чтобы ранжирование понимало, что ваша страница полностью раскрывает данный запрос, вам необходимо насытить текст данными словами. Их искать более подробно написано у нас в текстовой версии данного видео. Это достаточно такой нетрудоемкий процесс, абсолютно не пугайтесь. Главное, что его необходимо делать перед тем, как писать текст на сайт. А на сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом видео у нас на сайте. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.